конце мая 2017 года в городе Курске прошел всероссийский турнир по дзюдо. За медали соревнований боролись 122 юных спортсмена из 20 регионов России. Рассказовский дзюдоист Кирилл Облов показал отличный результат в команде Тамбовской области. С 5 лет Кирилл Облов начал заниматься борьбой. А примером для него стал папа и старший брат, которые помогают с тренировками дома. Помимо 5-дневных занятий с тренером, Кирилл не упускает возможности побороться со своей спортивной семьей. Папа, да. Папа с ним занимается, бегают они с ним. И турник, кувалды, все как положено, все делают. Потому что дом тоже нужно подтягивать чуть-чуть. Со своим чемпионом мама проехала немало соревнований. Сейчас в копилке самого юного спортсмена семьи уже более 40 медалей. На всероссийском турнире по дзюдо в Курске Кирилл Облов завоевал первое место. Потом мы соревнования занимались на ОФП, сдавали первый день, второй день на демонстрации техники Кю, а потом у нас была борьба на олимпийский дзюдо. Было 4 первых у нас и 1 третья. На ОФП мы третьи стали, на Кю первые, и на борьбе мы первые. И команды зачеты, и общие команды мы первые стали. Только совместная работа родителей, тренера и самого дзюдоиста помогла добиться таких высоких результатов. Каждый бой, каждая победа и медаль – это буря эмоций и переживаний. А результат – гордость за юного борца. Каждая медаль – это гордость. От третьего до первого места – конечно, гордость. Несмотря на трудные и продолжительные соревнования, Кирилл не может просто сидеть дома и отдохнуть от длительной поездки. Тренер, спортивный зал и разминка – главный труд и отдых одновременно. Для нас это, конечно, выдающийся результат. Стать победителем на всероссийских соревнованиях, пусть пока это еще возраст небольшой, но это говорит о высоком развитии дзюдо в нашем городе. Конечно, это накладывает на нас определенную ответственность, потому что нам необходимо двигаться дальше и этот результат продолжать, приумножать, и чтобы у нас на этом же уровне выступали другие дети, представители отделения дзюдо. Секция дзюдо на достигнутом останавливаться не собирается. Впереди упорные тренировки, соревнования, турниры и, конечно, победы. Екатерина Студенова, Никита Желтов. Новости ТВ Рассказово. Двойки за выполнение Дэши Барай.